Ну, у нас многоуровневая система, то есть я нахожусь внутри многоуровневой системы. То есть, во-первых, я душа, причем вечная душа, никогда не умираю. Кто из вас не вечная душа? Поднимите руку. Есть такие здесь в зале? Видите, некоторые поднимут руку и скажут, я не вечная душа, потому что я умру. Это означает недостаток знания. То есть, видите, мы себя считаем кем-то. Допустим, если человек считает себя душой, вечной причем, он будет беспокоиться о том, что в Латвии сейчас тяжело. Будет, только в том случае, что он будет беспокоиться о других, что другим тяжело. Но когда человек чувствует себя вечным, он не будет беспокоиться о том, что ему тяжело. Вы можете сейчас сказать, это спорный вопрос. А сейчас я вам объясню. И этот спорный вопрос сразу станет неспорным. Смотрите, когда человек смотрит на жизнь с позиции вечности, то он также и понимает, зачем все происходит. И каждый человек, который смотрит на жизнь с позиции вечности, он понимает также, что та ситуация, в которой он находится сейчас, крайне важна и нужна ему в жизни. Крайне важна и нужна ему в жизни прямо сейчас. И что именно эта ситуация, она и нужна ему для того, чтобы ему сдать вот этот экзамен, который она создала. И что ситуации, которые возникают в этом мире, никогда не бывают случайными, бесполезными, ненужными. Что все, что происходит сейчас в моей жизни, это очень ценно для меня. Надо благодарно принимать все, что происходит с нами в этой жизни. Потому что, ну, благодарно принимать можно только, когда ты стоишь выше ситуации. Смотрите, все эти ситуации, которые происходят с нами, они возникают в результате влияния судьбы, нашей судьбы. У каждого есть своя судьба. И судьбы людей, они складываются вместе в виде того, что они вместе живут. Мы не случайно попадаем в какое-то место для жизни, потому что здесь похожие судьбы на наши. Таким образом, судьбы людей объединяются в одном месте, и получается, как будто бы кто-то виноват, что нам всем плохо стало. Это факт, что кто-то будет и виноват, и это тоже судьба. Это тоже судьба, это не случайно все происходит. Как-то один знакомый человек мне сделал трудности в жизни. Я никак не мог понять, неужели это моя судьба, что вот так со мной должны поступить. И я начал смотреть свое прошлое, сосредоточился и увидел себя, увидел, во что уперлось. То есть я вот могу видеть этой энергии. Я увидел, что во что-то внутри меня уперлось эта его энергия, что она не возникла, что она как бы не пришла ко мне, вот этот поступок не пришел ко мне просто случайно. Ну, допустим, смотрите, кто-то поступил по отношению ко мне плохо, но я не среагировал. Очень спокойно к этому отнесся. Что это значит? Что это меня не касается. Но если я среагировал, у меня вот здесь что-то внутри возникло, протест какой-то, это означает, что этот поступок куда-то воткнулся внутри меня. Это значит, что где-то в прошлом я также поступал. Теперь, кому из вас вот хорошо сейчас в той ситуации в стране, в которой вы находитесь, что вас это вообще никак не беспокоит? Ну, вообще никак. Поднимите руку. Вот вы отработали эту карму, мои хорошие. Карму той ситуации, в которой вы находитесь сейчас. А все остальные не отработали. И вы спросите меня, Олег Геннадьевич, а как же сделать так, чтобы меня эта ситуация не беспокоила? А я вам отвечу, что это мышление неправильное. Почему? Потому что надо не стремиться к тому, чтобы успокоиться в этой ситуации, а стремиться, чтобы сдать свой экзамен. Понимаете? Потому что вся жизнь, в которой мы живем, это учеба. Вся жизнь – это учеба. Учеба души. Я сейчас с позиции души объясняю, что такое успех в учебе. Вся жизнь – это учеба, и человек должен просто учиться жизни и понять, когда он
будет учиться жизни правильно, жить правильно, учиться жизни правильно означает жить правильно, то эта правильная жизнь немедленно приведет к тому, что в сердце наступит счастье. Прямо сейчас. Вот если человек правильно живет в этой ситуации, правильно жить означает не придавать слишком большого значения тому, что происходит с моей работой, с моей семьей, с моим здоровьем. Слишком большого значения. Значение надо придавать, но не слишком большое. Потому что все это, все, о чем я сейчас говорю, не является в полной степени мной. И не связано в полной степени со мной. Если вы хотите знать, что со мной больше всего в этом мире и в этой жизни связано, я вам сейчас скажу. Со мной больше всего в этом мире и в этой жизни связано чистое и светлое восприятие людей, которые меня окружают. Чистое и светлое восприятие людей, даже тех, которые меня мучают. Это является истинным знанием. Стремление к этому знанию приносит счастье немедленно, немедленно, прямо сейчас. Смотрите, вы скажете, ну а как тогда, при чем тут это вообще? Мы же пришли научиться работать, чтобы денег много зарабатывать. Смотрите, интересно знать, что когда ты чистое и светлое восприятие окружающих людей в своем сердце культивируешь, потому что иметь его трудно, потому что судьба же мешает. Тебя обзывают, там, мучают, оскорбляют, предают эти все, которые тебя окружают, люди. А ты культивируешь внутри себя чистое, светлое восприятие этих людей. И что происходит в этом случае? В этом случае они меняют к тебе свое отношение. Это происходит независимо от их желания. Независимо от их желания. А отношение, когда меняется ко мне, также меняется и жизнь. Ведь отношения бывают не только те, кто рядом со мной находится. Если человек очень силен в своем чистом и светлом восприятии, то меняется отношение даже правительства к нему, этой страны, к нему лично. Это означает, что все, что связано с правительством по отношению к нему, будет происходить хорошо. Я вам сейчас говорю свой опыт. Я не то, что какую-то теорию вам рассказываю. Я рассказываю свой опыт в учебе, который я совершаю каждый день. Каждый день я совершаю очень серьезную молитву в отношениях с возвышенными святыми, которые являются моими наставниками. И в этих отношениях я узнаю чистоту человеческую. А потом я начинаю силой своей внутренней пытаться увидеть эту чистоту во всех, кто меня окружает в жизни. И это дает очень светлое чувство внутри и способность радостно жить в любой ситуации, которая может возникнуть.